Поднялся из лога. На березе тут передышку делаю. Сегодня на ток один ходил. Игорь по делам своим в Красноярск вынужден был уехать. У Петра что-то температура поднялась. 38 с хвостиком. Ну, я не думаю, чтобы в скоротке, скорее всего, так по двору в футболке побегала. В общем-то, температуры такие, ветер, что все прохладно. Отсидел на таку 3 ночи. 2, хотя, в общем-то, и Игоря места были уже проверенные. Тем не менее, 2 ночи. Ну, так, далеко, через ветки. В общем-то, съемка не удалась. Сегодня получше. Даже вот на телефон поединок снял. Ну вот, вот такие дела. Сейчас отдышусь маленько. Потому что так вот, фух, тащить приходится все с собой. Спальник. Коврики. Тем более сейчас выхожу. Ну и всегда вот эта вот аппаратура, штативы. Ну, в целом, поездка сложилась, была удачная. Ток живет небольшой, но сохраняется. Это, пожалуй, самое приятное, что весной еще есть куда съездить, послушать глухарей. Ну и если все удачно сложится, место выбрано, поснимать. Но со съемкой это всегда сложнее, это не охота, где, в общем-то, ну, за редким исключением, подход, аккуратный подход к глухарю не представляет никакой особой сложности. То есть выехал, добыл. Ну, если совсем уже там неумеха, может подшуметь. Ну, а так-то, а вот со скоротками, это не тетеревинный ток, кучно, не такую, ток растянут, нужно угадать, где его территориальный участок, куда копалухи самки подлетают. Тогда можно рассчитывать на успешную съемку. Ну, пока вот, это минимум неделя уходит на обследование. И так вот походить, это ничего не поймешь. То есть нужно скрадук ставить, смотреть утро, как птицы распределяются. Потому что, ну, участков может быть 3-5. На каждом участке может быть по 2, по 3 птицы. Но самки выбирают одного из 10-15 самцов во время хоровода. И в последующие дни вылетают преимущественно к одному самцу. К остальным присаживаются. Вот сегодня утром вроде и самец нарядный, красивый, сильный. Нет, подсела немножко, походила по земле и улетела. Ну все, наверное, пошел дальше.